Всем привет! Меня зовут Виктория, я живу в Германии. Все, кто подписан на мой канал, уже знакомы со мной, кто нет, вкратце расскажу. У меня 4 детей, 2 внуков. Вот. И хотела вам так рассказать немножко мою историю, почему я начала худеть и как я попала в компанию Юхайм. И о новых продуктах, которые сейчас у нас вышли. Почему они вышли именно вот такой интересный набор, да, вышел. То есть вот такие новинки. То есть кремы, 2 баночки. С чем эти баночки и почему они именно вышли вот в таком. С детства я была полная. Все дети, как говорится, мы толстыми не рождаемся. Но вот я таким особенным ребенком родилась. Почти 6 килограмм, и, соответственно, с детства были здоровье, то есть лишний вес, это, естественно, не совсем полезно для организма, и особенно, когда людям начинает уже так за средний возраст переваливать, то начинаются какие-то проблемы со здоровьем. Так и у меня получилось. Конечно, я много разных диет пробовала, много раз себя морила голодом, чем, конечно, подорвала свое здоровье. И почему я начала вот в очередной раз заниматься своим весом после 40, это было 3 года назад, сейчас мне уже 43, у меня просто начались проблемы со здоровьем. Такие глобальные, я просто не могла уже ходить, у меня раздувались ноги, шишка на ноге начала расти, опухали локти вот здесь, да, то есть я не могла руку нормально поднять, не могла ни в бассейн сходить, никуда. У меня началась депрессия, соответственно, что это такое, 40 лет, я как бабушка, да, не могу пройти, реально ребенка в садик не могу отвезти, все стреляет, ходить потом не могу. Вот, и, естественно, начала худеть, ограничивать себя в еде, чем самым, естественно, я подорвала себе в очередной раз здоровье. У меня зубы крошились уже последнее время, ноги тянуло, постоянно нервная какая-то была, то есть меня все раздражало. Это связано все, что мы себя мучаем диетами. Естественно, у меня кожа обвисла. Повисла во всех местах. Поверьте, больше 20 килограмм я потеряла весе. Естественно, у меня все подбородок, грудь, попа, все повисло. Я начала искать, что мне делать. Хирургическим способом это все очень дорого. И много противопоказаний есть. И я так случайно наткнулась на компанию Юхайм. Тоже так же не верила, как и все. Мы все одинаковые женщины, да, у нас всегда скептическое отношение есть. Но решила попробовать. То есть это вот это отличие, которое отличает людей, которые думают, попробую. Людей с неординарным мышлением. Я попробовала, получила результат и хочу вам рассказать. То есть я пришла в компанию, естественно, попробовала уже сейчас всю продукцию, даже новинки. И сейчас я практически могу вам сказать с уверенностью, полностью восстановила свое здоровье и подтянула свое тело. То есть я сейчас имею тело практически как у 30-летней девушки. Ну, сложно мне меня назвать бабушкой, да, хотя я уже бабушка, реально, моему внуку уже 7 лет, и второй внучке 2 месяца, старшему сыну 26 лет, соответственно, вот я бабушка. Косметика мне очень нравится, но я вам хочу рассказать именно вот об этом наборе, почему они вот в таком, к этому набору еще я всегда присоединяю тоник, без тоника наша продукция не работает на поверхности кожи, она работает внутри дермы. Для этого ее нужно туда, чтобы она туда прошла. Поэтому кожа должна быть хорошо подготовлена.
Вот. Почему вот эти витамины, именно эти витамины? Одни витамины это не один витамин, это комплексы. Один комплекс витамин D плюс сага коралл и витамин К2. Да? Вкратце расскажу, чем хорош этот комплекс и почему он нужен именно худеющим женщинам. И почему именно с липоскульпом. Липоскульп это жирорастворяющий крем. Да, именно крем, который растворяет жир. Нонсенс, но это так. Проверено, я за неделю, я себе купила куртку, которую я давно хотела, и она мне, к сожалению, вот столько не сходилась, да, я ее хотела продавать, но пользуясь липоскульпом неделю, куртка на мне сейчас свободно застегивается. Я мазала только живот, и вот у меня кофта, да, которую я тоже себе купила, и она мне вот так тут сейчас большая стала. Ну что делать, кофта модная, ношу. И когда человек, женщина худеет, ну мужчина, неважно, в основном женщина, и у нее в жире именно витамин D имеются запасы. В нашем организме зачастую нету витаминов, никакие витамины у нас не сохраняются. А витамин D, он именно в жиру хранится, потому что это жирорастворяющий витамин. То есть мы ездим на курорты, я вот недавно была в Египте, загорала хорошо, да, то есть я получила этот витамин D. И когда я начала пользоваться липоскульпом, крем начал расщеплять мой жир и выводить этот витамин D. Для чего нужен витамин D? Для усвоения определенных групп витаминов. Кальция, магния, то, что содержится вот это в сага-коралле. Естественно, недостаток кальция организм начинает восполнять, вытягивая его из костей. У меня раскрошился зуб, тянуло ужасно ноги уже судорогой, раздражительность такая была. То есть это те признаки, которые говорят, что кальций из организма выходит. Плюс у меня в какой-то момент была плата, я не могла сдвинуть вес. Если вы с таким сталкивались, я вам скажу, в чем секрет. Не хватает магния и кремния, то есть вот этих витаминов, которые тоже содержатся вот в этом прекрасном комплексе. Плюс мы с вами женщины, у нас есть естественные женские дни, с которыми очень много выходит тоже макро- и микроэлементов. То есть женщинам это обязательно нужно. То есть это ваша молодость. Если вы хотите молодо выглядеть и в 40, и в 50, то вот это именно ваша красота, молодость и здоровье. Плюс сейчас очень много страшных болезней есть в мире, да. Не хочу их называть, но, к сожалению, они есть. Рак. И вот этот комплекс, он именно... Это все и предотвращает, профилактику делает. И даже если он уже есть, эта болезнь, то он его может минимизировать, то есть убрать. Говорят, не лечится, но, к сожалению, врачи не все знают. Все лечится сейчас в нашем мире. Следующий витаминный комплекс – это витамин С, комплекс и плюс альфа кислота. На самом деле тут очень большой комплекс всего. Секундочку, двери закрою. Дети у меня ходят. Витамин С участвует в первую очередь в синтезировании коллагена в нашей коже. Когда женщина худеет, она, естественно, держит диету, не доедает витамины. Витамины, они у нас где находятся? Ну, в яблоках, да? Много витамина С. В цитрусовых. Но чтобы получить суточную дозу вот этого витамина С, надо просто ведрами есть. Это физически невозможно. Ну, соответственно, худеющая женщина, она тоже много не ест. Тем более фрукты, это все-таки сахар содержит. Их можно только в первой половине дня кушать. И также вот эта комбинация
именно она усиливает действие крема. Вот так тут создано, вот так этот доктор наш создал, что вот эта кислота, даже не могу ее прочитать, альпалипонзойре. Вот эта кислота, она именно усиливает работу этих активных компонентов, которые есть вот в этом креме. Крем не просто растворяет жир, он его расщепляет на определенные ингредиенты. Кто уже худел не раз, знает, да, что жир наш из чего происходит? Из углеводов, да. И все, что мы не потратили, нашу энергию, оно отлагается, естественно, жир. Именно потом жир, когда он расщепляется, он также расщепляется на углеводы, на воду и на энергию. Именно вот этот комплекс, я его сейчас принимаю, сама его кушаю, мне очень нравится, какой результат сейчас получила. Хороший внешний вид кожи, фигура моя точится. Крем наносится именно туда, где вам нужно убрать жир, сантиметры, на подбородок, на руки, на живот, я не знаю, на попу, на ноги. У девчонок, у кого-то сапоги не застегиваются, пожалуйста, на ноги. У меня с ногами все нормально, с попой. У меня вот живот, проблемная зона. И вот в этой зоне у меня как бы проблемы, да. Я себе вот здесь все мажу и точу свою фигурочку. Естественно, поправляю здоровье. Поэтому... Все подробное, естественно, можно в интернете узнать, все подробные, для чего там каждый витамин. Я не хочу в это углубляться, я не доктор, но я просто хочу вам сказать, что не зря наш доктор вот это все изобрел, да? Сразу выпустил именно вот эти три продукта. У нас в феврале выйдут продукты именно для похудения, которые... Будем кушать и худеть. Это уже категория другая, потому что кушать все равно что-то нужно. Те люди, которые хотят здоровый образ жизни вести и быть стройными, естественно, они должны правильно питаться, пить водичку. Еще вот здесь-то не сказала про витамин К, что это такое, К2. Это тот витамин, который направляет кальций, чтобы он именно усваивался в тех местах, где нужно, не отлагался в сосудах, в сердце, не навредил нашему организму. Для этого нужно пить воды много. Вот. Ну, в принципе, вот все, что я хотела вам сказать. За консультацией звоните мне в WhatsApp. Я вам все подробно расскажу. Все покажу. Расскажу возможности нашей чудесной компании, как быть красивой, здоровой, счастливой. И, соответственно, сейчас зарабатывать деньги. Всего вам хорошего. Пока-пока. До связи.